меня их трое. Где? Ни защиты, ничего нету. Прошу, пожалуйста, кто-нибудь, помогите. Окон нету, окон нету, ничего нету. Все поубегали. Вот так. Детей нету теперь на квартале. Школы нету. Да, школы нету вообще. А в школе вы видите, что там делается? Одна дверь, все. Убивает всех нас, убивает. Ничем не повинны. Я вон на машине приехала с Мирного, пожалуйста, умоляю. Пожалуйста, поедьте на Мирного. Вот это первое, то, что снаряд попал. Дети. Вот дети ваши, дети, где сейчас находятся? Не здесь. Не здесь, а мы здесь, под горячей точкой. Вот наш рынок, вот. Слышим по голове, вот по голове. Мы думали, что у нас лопнут перепонки. Но не могли даже ожидать, что это может быть здесь, в этом районе. В Мирном никаких ополченцев. Говорят, это ополченцы. Никого, никаких нету. Пусть это внуку передаст Порошенко своему. Пусть вот это вот. Внуку Порошенко пусть передаст. Это детская кровь. Молодая семья. Отец закрыл ребенка с собой. Как это страшно вчера было. Эти волны от удара. Все это где-то в дыму. Когда услышали первый взрыв, вот слышно. We don't accept this. Мы этого не воспринимаем. Тише. Все эти. This is kindergarten. This is schools. Это дома, это детский сад, это школы. I don't see any military installation here. Мы не видим здесь никакие военные инсталляции, никакие военные цели здесь. Разве это Порошенко можно? Это что, люди? Только люди. Порошенко виноват. Он не человек, он скот. Какого? Разве можно? Разве дети на улице можно? Не выходят дети, гулять? Дети. Квартиры работали по 40 лет стажа. А где? За что нас разбили? За что? Скажите, как жить дальше? Кому верить? Кого слушать? Кому пойти? Почему нас никто не защитит? Защитите нас! Просим вас! Защитите нас!